Ребята, ура! Уже 1001 подписчик. Только что пришел комментарий, что подписчик подписался, он был тысячным. А сейчас уже 1001. Ребята, как это приятно! Как это приятно, что вы подписываетесь и смотрите это видео. А значит, мне есть смысл делать для вас дальше интересные ролики. Ребята, всем привет! Сегодня у нас 13 июля, и вот такую вот загрузочку я сегодня ухватил. Сейчас еду грузиться в город Копейск, 20 километров от Челябинска. Так, вот, про загрузку. Загрузочка у нас металл, 9 тонн, получается, и везти мне его, этот металл, блин, сил не едет. Так, и везем этот металл в город Серов. Такой город есть. Вот. В Екатеринбургской области. Свердловской области. 550 где-то так до него километров от Челябинска. И ставочка у нас получается 30 рублей за километр. Вот. Так что сегодня четверг. Сегодня четверг, получается, сегодня гружусь, сейчас ночью выезжаю. Завтра к обеду, я думаю, где-нибудь так буду я в Серове. Смотрим, что из этого получится. Приехал, ребята, на загрузочку. Так, сейчас будем заезжать. Под красный кран сказали заехать. Так-то все вроде быстро происходит. Ну, сейчас увидим, посмотрим. Так, ну все, сейчас идем расчехляться, и нас будут грузить. Итак, дополнение, что делалось еще на этой неделе. Я вот покрасил вот так вот черненьким цветом на двери внутряшку. Вот. Теперь все черное было белое, сейчас стало черное, и с той стороны также. Вот. Наверное, потом когда-нибудь возьму шпаклевку и вот зашпаклюю вот эти все неровности. Вот. Ну, в кузове сейчас, что у нас происходит в кузове. Так, вот заварили вот эту часть. Заварили, наконец-таки, ее. Вот еще вот здесь проварили. Был тоже шовчик. Так, теперь залазим в кузов. Так, в кузове, что вам в кузове? Надо прибраться, как бы, конечно, в кузове тут. Много всякого барахла. Это я сейчас уберу. Так, вот, проварили мы стоечки. Вот, ребят, вот таким вот макаром. Здесь, вон там. Вот, видите, все, она сейчас мертва. Вот там вот хорошенько тоже проварили. Вот там вот, ребят, проварили. Также аналогично с другой стороны. Вот. Ну, немного занялся, да, кузовом. Так что прикрутил пол. О, саморезиками новенькими. Ну все, сейчас ребята на обеде на крану, поэтому жду, наверное, минут еще 10. И будем загружаться, я не знаю. Так, ну вот он, ребят. Кран желтый. Красный. У нас желтый наш. Так что ждем загрузку. Ну все, ребят, меня благополучно загрузили. Время уже. Приехал на погрузку я в начале второго, время уже 4 доходит у нас. Еду сейчас домой на стоянку и выдвигаюсь где-то к ночи, наверное. Сейчас поделаю еще дела остальные, которые там не доделал с утра. В
Будем выдвигаться в Серов, все, с новой крашеной кабинкой будем ехать, ощущать на себе, как это. Так что, всем приятного просмотра. Так, ребят, как я обещал, выезжать я буду ночью. Время у нас уже 23:45, если видно. Так, вот, собрал с собой сумочку. Там взял самое необходимое, так, пару вещей, там, покушать взял тоже с собой ночью. Что еду ночью, наверное, а там останавливаться, наверное, не буду и покушаю свое что-нибудь. Вот, поэтому делаем торжественный запуск и в путь. А вот рычаг, как и говорил, вот он меня бесит. Габариты, ну их не видно, фары, их видно. Противотуманки их еще виднее. Ну и все. Машин на стоянке много. Время, потому что уже много. Почему я еду в ночь, ребята? Потому что так совпало. Как бы я мог бы раньше уже выехать, спокойно где-то проехать половину километров, потом встать на ночь, поспать, утром выдвинуться и завтра к обеду, то есть приехать. Но так совпало, что сегодня мне надо было по делам целый вечер. И буквально вот полчаса назад, час, я как бы освободился. Короче, ребят, не доехал я до Кати ночью. Лег, завалился спать перед Катей километров так 45, не доезжая. А что делать? Хочешь спать? Как говорится, надо спать. Все, что, остановился, пару часиков покемарил. Ну как бы и все, сейчас еду дальше. Какой-то глобальный тут ремонт затеяли. Дороги своей. Вот молодцы, конечно, расширяют. Тут давно пора. Это давно надо было уже сделать, блин. А они только сейчас этим занялись. Ну ладно, что, будем ездить по такой. Пробки, правда, днем тут будут. Время 5 утра, 15:06. Говорил, приехали на Дердинский завод. Так, добежим, может еще успеем. Может еще успеем документы отдать. Так что побежали. Ребят, ну так, все удачно. Дали мне тут памятку какую-то, вот пропуск какой-то. Так, это мои эти документы. Так, это мои эти документы. Короче, куча документов. А сейчас все. Успел я за несколько минут. Буквально уже закрылись, но они выдали мне эти документы, поэтому все отлично. Заезжаю вот на такую вот. Сейчас дождик еще начинается. Так, так, так. Вот такая территория на Дельдинский комбинат. Так, ну все, сказали заезжать.
где, что здесь находится. Так, центральный склад. Центральный склад, цех подготовки. Направо, направо, направо. Нашел я вот этот вот, куда мне заехать надо, мне объяснили. Вот тут козловый кран. Так, припарковался. Так, ну и сейчас покажу то, что я привез. И обязательно надо посчитать, сколько там веса. Так, сейчас откроем. Сказали пока раскантовываться. Ох, ё-моё. Ничего себе. Вот это да. Вот это дела. Ладно. Вот видите, как хорошо, что их привязали. А так бы все, хана. Уехали бы они куда-нибудь по трассе. Ускакали бы. Ну все, ребят. С Божьей помощью выгрузились. Спокойненько. Не торопясь. Все, на выезд. Дальше не знаю, что будем делать, но позже расскажу. Кое-что я вам позже расскажу. Интересное для меня тоже. Так что будет интересно. Поехали. Итак, ребята, я уже выехал с завода. Завод у меня остался позади. И самое интересное, завтра я гружусь в Екатеринбург, в Екатеринбурге на в Екатеринбург Экспо, короче. Ребята, это какая-то выставка. Вот, и мне интересно было там побывать. И вот у меня наконец-то выдался момент. Я завтра буду туда заезжать и грузиться. Так что, а грузиться сами увидите чем. Так что, все это будет завтра. А сейчас я еду в ЕКАТ. По дороге заеду, не знаю, найду как найти бы какой-нибудь душ. Потому что на улице духота. 30 градусов разжарило. Поэтому гоню, гоню в Катю. А там видно. А завтра грузимся. Так, ребята, почему я заехал в Нижний Тагил? Да потому что мне надо оплатить карту. Кредитную мою карту. Сегодня я забыл, что у нее пришел срок ее оплаты. Поэтому еду сейчас вот по Google картам до Евросети, чтобы оплатить данную карточку. Но еще загвоздка в том, что Сбербанк найти еще надо. Вот что с этим. Так, ребят, все, добрался я до места, до цели. Получается, вот это Тагил, улица Фрунзе, город Нижний Тагил, ДНС. Тут, там Сбербанк, там какой-то центр культуры. В общем, все. Все, что надо, сделал, денежку положил, все отлично. Еду на выезд, ищу стояночку, кафе, и до завтра там ночую. Так, ну все, ребят, благополучно Нижний Тагил я покинул. Я еду по развязке, по трассе. Думаю, где-нибудь сейчас надо найти хорошую кафе, как я напоминаю.
где вкусно кормят, и туда приструниться. Так, ребят, приехал на стояночку в Якате. Сейчас вот заезжаю, меня сейчас тут припаркуют по Бырику. Стояночка здесь возле, получается, стеллы ракеты на дублере. Так, сейчас, секунду. Вон, видишь, красный-то стоит одиночка. Да-да. Давай по кругу, рядышком с ним вставай. Ну все, ребят, в душике я намылся, наелся. Уже, правда, здесь варил. Что я варил? Бич-пакет я ел. Вот, бича съел, наелся. Чаю напился. Короче, ничего уже не хочу. Время уже 1:00. Постелька моя расправлена. Вот, если кто не видел, я сплю наверху. А внизу не сплю. Внизу сплю, отдыхаю днем. Вот, а сплю уже полностью наверху. Вот здесь у меня кармашек есть. Куда я телефон с будильником ложу? Здесь есть вот такая подсветка. Вот так я ее включаю. Вот эту выключаю. Ну и все, и ложусь спать. Так же, как и сейчас. На улице дождик собирается. Так что все, ребят. Я спать. До завтра. Так, ребята, снова привет. Вот, я проснулся. Уже время у нас доходит. Обед. Сейчас по-быстренькому пойду в кафе тут на стояночке, что-нибудь перекушу и поеду на загрузочку, так как уже к часу надо быть там. Такая вот, короче, стояночка здесь. Так, там разборочка. Заправочка, что-то такое. Так. Стоянка полупустая. Видимо, сегодня суббота, видимо. Сегодня праздник, день металлурга, вот поэтому все и сметались бухать, отдыхать. Поэтому нет никого. Автомойка. Хотел вчера помыться, но смысла не вижу, потому что дожди обещают, не стал мыться. Так, ну это, наверное, главный вход, который я сейчас пойду. Так, вход строго воспрещен. Ага. Нет, пойдем оттуда. Так, заход. Вот у нас вот там с улицы, вот это дублер Сибирского тракта. Так, вот ракета, это все дело. Так, ну все, там тут запчасти, вот пошел в кафе, поем. Все, ребят, наелся. Объелся даже, можно так сказать. О, некогда тут жариться. Ехать надо на загрузочку. Так, все, ребята, погрузочка началась. Пойдем посмотрим, что там наше, что не наше. Это вам руки подожди, так, а рецепты, да? А потом эти нужны. Что тут много? Вот это все? Вот это все? Да немного на самом деле. Так. Как не поцарапалось, да, ничего?
пофиг. Вообще пофиг, это так, для документов. Ну что-то они мне говорили, да. Короче, выгружать там, да, у меня в цепи там будет один, ну не знаю, два не будет, а может один человек там будет, он просто где-то выгружает. Для чего вести тогда? А? Для чего тогда вести? Я не допустил, что они есть. Понятно. Так, дальше. Так. Такая вот выставочка. Что-то тут крутят, разбирают, все. Так, ребят, там немного шумно. Вот вышел на улицу показать, что это будет вообще, что я повезу. Это вот... Так, сейчас сколько... Это макет Челябинской области какой-то. Конор, что-то такое. В общем, макет. Такие вот буковки нашей области грузим. Все, ребят, загрузили, контакты дали, ТТН-ки расписались. Сейчас сегодня же там же выгрузка в Челябинске, так что еду, меня сегодня и выгрузят. Все, выезжаем. Ребята, ну практически приехали мы на место. Сейчас проедем все эти сады. Все, указатель я увидел. И вот сюда вот мы заезжаем, получается. Так, ну все. Вот, ребята, вот это вот все я привез. Вот, видите? Вот это все. Билиберду. Так что нормально, быстро выгрузили. Так что, ребята, все. На этом рейс окончен. Всем, кто смотрел это видео, большой удачи. Подписывайтесь на канал, не забывайте обязательно. Я, конечно, рад, за 1000 перевалило. Это ура! Но на этом останавливаться нельзя, так что смотрите мои видео, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки и комментируйте это видео. Ну и вообще видео. А я поехал отдыхать. Дальнобой спешит домой отдыхать. Всем пока.